Тверичан снова предупреждают. Мошенники придумали новую схему обмана, причем на этот раз с полисом ОМС. Что говорят преступники и как не попасть на уловку злоумышленников? Пояснение дали специалисты отдела безопасности Тверского отделения Банка России. Подробности в сюжете прямо сейчас. Преступники звонят от имени страховой компании, говорят человеку, что срок его обязательного медицинского полиса якобы истек. Но это не беда, ведь они могут прямо сейчас выпустить новый, да еще и электронный. Затем мошенники просят человека установить поддельное приложение Минздрава и получая с помощью него удаленный доступ к чужому телефону. Фальшивое приложение содержит вредоносный код, который позволяет преступникам добраться до мобильного банка и счетов жертвы. Любую информацию проверяйте в официальных источниках, устанавливать по просьбе незнакомцев в мобильные приложения или скачивать по ссылке какие-то файлы очень опасно, даже если собеседник представился сотрудником страховой, медицинской или любой другой организации или ведомства. Полисы обязательного медицинского страхования для граждан страны действуют бессрочно. Менять бумажные или пластиковые документы на электронные тоже не нужно. Но для удобства можно выпустить себе цифровой полис. Это QR-код, который действует точно так же, как обычный полис. Получить его можно через госуслуги. Никакие отдельные приложения при этом скачивать не требуется. Если кто-то связался с вами по поводу ОМС, положите трубку и самостоятельно перезвоните в страховую компанию, которая выдала вам полис. Название и контакты организации указаны на самом документе. И будьте бдительны.